Корзина доброты. Так называется духовно-социальный проект, организованный храмом новомучеников и исповедников российских совместно с торговой сетью «Юнкер». Примечательно, что акция стартовала в преддверии православного праздника «Вход Господен в Иерусалим», который известен в России как «Вербное воскресенье». Нуждаешься – возьми. Можешь положить – положи. Таков принцип работы благотворительной компании. «Корзина доброты» – так назвали свой совместный духовно-социальный проект его организаторы. Идейный вдохновитель – настоятель храма новомучеников в станице Ленинградской, священник Константин Мальцев, сетует. В ряде магазинов, куда он обратился, за установку корзины потребовали арендную плату. Александр Федоров, руководитель сети магазинов «Юнкер», благое дело храма оценил и инициативу поддержал. Пока корзина наполняется в основном силами организаторов. Ну, в первую очередь мы берем нагрузку на себя, это наш храм, потому что это совместный духовно-социальный проект храма, где настоятель, новомученик, исповедник Церкви Русской, и вот ООО «Юнкер». Будут они что-то класть по мере необходимости, мы будем подкупать, или что у нас будет на панихидном столе привозить класть. Ну, я вам скажу, что когда мы только это все устанавливали, люди сами уже понемножку стали класть. То есть, она же русская душа, она все равно хочет как-то вот раскрыться. У нас в планах есть открыть еще полочку рядышком поставить, где люди, которые на кассе могут приобрести товар в магазине или же принести с собой, оставить в корзине, а другие люди, которые будут нуждаться в этом, непосредственно подходить, брать. Вся инструкция здесь прописана. Пожалуйста, подходите, не стесняйтесь, мы будем только рады. Покупатели с удивлением косились на происходящее. Не каждый день в магазине священники еду раздают. Но это в первый день, в день начала акции, в целях разъяснения. Символично, что акция стартовала в предпасхальные дни. В дни Великого Поста мы решили запустить эту акцию. Она бессрочна, она не только сегодня. Я думаю, не только в этом магазине будет, с которым мы так добродушно договорились. Потому что Господь говорит: «По плодам вашим узнаю вас». И плоды наши должны быть не только гнилые в плане греха, но в том числе они должны быть добродетельные, которыми мы хоть как-то сможем оправдаться пред Господом. Как святой Николай Чудотворец говорит, в день мы согрешаем более 600 грехов. Сколько мы делаем добрых дел? Мизер. То, что корзина доброты востребована, сомневаться не приходится. Главное, чтобы и наполнялась она с тем же чувством доброты, как и будет опустошаться. Это для малоимущих большое подспорье, большая выручка. Так что можно только приветствовать и благодарить, кто эту акцию придумал. Я пенсию получу, я тоже могу положить, а потом... Когда уже меня не хватит, я возьму уже там, что там, чай или хлеб, или там, ну, сахар есть. Ну, допустим, крупу, там что, печенье там. Что есть, значит, спасибо Богу, что нам дают. Все знают, что рука дающего не оскудевает. Насколько активно будут следовать библейским заветам покупатели, покажет время. Но опыт других торговых сетей демонстрирует – добрых и щедрых людей много.